Минутку, очень опасный момент. Есть гол. Учитывая, что это только начало матча, можно надеяться, что он не последний. Де Брюйне. Идет с мячом к воротам. Есть у него место для движения. Защитник тут ничего не смог сделать. Ну, решай же! Гол! Они снова впереди. И в центр штрафной подача. Гол! Вот это действительно быстрый ответ. Пропустили и сразу же отыгрались. Де Брюйне. Бельгийцы переходят в атаку. И есть варианты тут. Вот он, гол. Уверенно идет вперед. Очень опасно может получиться. Гол! Свой третий мяч он забивает сегодня. Не удержать его. Защита абсолютно не понимает. Через фланг идет атака. Есть свободное пространство. Прекрасный гол! Резко смещается в центр. Цыганков! Вратарь в игре справился с ударом. Еще раз угловой нужно подать. Де Брюйне. Бельгийцы переходят в атаку. И есть варианты тут. Вот он, гол! Уверенно идет вперед. Очень опасно может получиться. Гол! Свой третий мяч он забивает сегодня. Не удержать его. Защита абсолютно не понимает. Через фланг идет атака. Есть свободное пространство. Прекрасный гол! Из этого может выйти неплохая атака. Великолепный гол! Есть хороший момент. Штангу мяч угодил, играй! Гол. Если у кого-то были сомнения, что разницы в два гола им не хватит, теперь их точно не останется. Уверенно идет вперед. Бей! Гол. Разница увеличилась до 4 мячей. По всем статьям громят соперника.